Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня один известный телеграм-канал сообщил печальную новость. Российская певица Любовь Успенская была госпитализирована в тяжелом состоянии. Как известно, артисты любят выступать на корпоративах, ведь там платят больше и петь надо меньше. Тем более, никто не упрекнет, что артист выпивший. Там даже пригласят за стол. Как рассказал очевидец, на корпоративе в Москве Любовь Успенская не рассчитала с алкоголем. По рассказам приближенных, она довольно часто это делает. В этот раз ее начало подводить сердце. Возможно, сказывается возраст. Ей вызвали скорую помощь, прибывшая на место бригада приняла во внимание состояние певицы и решила госпитализировать Успенскую. В больнице ей сделали серию уколов, поставили капельницу. Когда состояние знаменитости перестало вызывать опасения, ее отпустили домой. Многие журналисты пытались взять интервью у Успенской, но певица отрицает этот случай, называя его выдумкой журналистов и уверяет всех, что не употребляет алкоголь уже более 10 лет. А вам нравится творчество Любови Успенской? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.